6-летнему французу напечатали руку. Родители искали способ помочь своему сыну Максену с момента его рождения. 3D-протез заказали через интернет, и обошелся он всего в 50 евро. Оставшуюся часть суммы погасила организация-производитель Enable. По словам ее главы, ассоциация уже поставила более 2000 протезов в 37 стран мира. Их уникальность в том, что они не требуют хирургического вмешательства при установке.